Сегодня, прямо сейчас, будет выступать маленький пчеловод. Вы не представляете, он обещал столько всего интересного рассказать про пчел. А сейчас мы вас приветствуем на канале «Беларусь-1». И сейчас мы его увидим. Прошу аплодисменты. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я вам покажу, расскажу многое про пчел. Пройдемте со мной. Подождите, подождите, подойдите. Да? Скажите, пожалуйста, что это у вас в руках? Дымарь. Как он используется? Дымарь используется, чтобы пугать пчел и доставать рамки. Ого, как интересно. А еще что-нибудь вы знаете про пчел? Да. Расскажите, что? Интересный факт. Вот, если не сделать отводок, то вот, то как там надо вспомнить? Там надо вспомнить как-то. Если вы не помните, ничего страшного. Хорошо, пройдемте. Всем привет, ребята! Ребят, я вам покажу мои улики. Начнем с вот этого.